Привет, котятки! Я кот Кубокот. И сегодня я расскажу вам о правилах поведения с незнакомцами. Вы наверняка уже не раз слышали от своих родителей, котятки, что с посторонними людьми на улице разговаривать нельзя. И уж, конечно, ни в коем случае нельзя никуда идти с незнакомцами. Однако, кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому мы еще раз повторим с вами все основные правила поведения с незнакомцами. Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми и впускать их к себе домой. Нельзя заходить с незнакомцем в лифт и подъезд. Нельзя садиться в автомобиль к незнакомым людям. Нельзя принимать от незнакомых людей подарки и соглашаться на их предложение пойти с ними. Нельзя задерживаться на улице после школы, особенно с наступлением темноты. А если незнакомец попросит вас показать нужную улицу или поднести сумку, проводить к магазину, все равно нужно сказать «нет». Объясните, как найти улицу, но ни в коем случае не поддавайтесь на уговоры проводить. И даже если незнакомец говорит, что он знакомый твоих родителей, которого они к тебе прислали, нужно сказать, что родители не предупреждали и ни в коем случае никуда не идти с ним. Придумайте с родителями секретный пароль, который будешь знать только ты. И договоритесь, что если вдруг мама или папа отправят за тобой незнакомца, он точно будет знать, как тебя зовут, твоих родителей и тот самый секретный пароль. В противном случае идти с этим человеком нельзя. Если незнакомый человек вдруг начнет тянуть за собой, нужно начинать кричать и звать на помощь так громко, чтобы все вокруг услышали. А что делать, если незнакомец предлагает вместе пойти и спасать брошенных котят? Или угощает конфетой? Нужно твердо ответить «нет» и уходить. А придя домой, нужно обязательно рассказать взрослым об этом человеке. Не бойся показаться трусишкой или попасть в неловкую ситуацию. В подобных случаях лучше лишний раз перестраховаться. Помните, котятки, что хорошие взрослые тоже знают правила поведения детей с незнакомцами. Поэтому не бойтесь расстроить или обидеть посторонних людей своим отказом. А сейчас, котятки, ответьте на вопрос. Что должен знать незнакомец, который пришел за тобой по просьбе мамы или папы и хочет отвезти тебя к ним? Твое имя, имя папы или мамы, секретное слово, которое знаешь только ты и родители. Твое имя, имя папы или мамы. Твое имя и место, где ты учишься. Сколько сейчас времени? И правильный ответ. Незнакомец, который пришел за тобой по просьбе мамы или папы и хочет отвезти тебя к ним, должен знать твое имя, имя мамы или папы, секретное слово, которое знаешь только ты и родители. А теперь давайте проверим вашу внимательность. В случае, если незнакомец уговаривает тебя идти с ним куда-то, нужно громко сказать «нет» и уходить. Быть скромным и постараться не обидеть взрослого человека. Нужно согласиться и пойти. Нужно попросить что-то в подарок. И правильный ответ. Если незнакомец уговаривает тебя пойти с ним куда-то, нужно громко сказать «нет» и уходить. А теперь давайте немного поиграем. Незнакомому человеку нельзя объяснять, как пройти по адресу, подсказывать, который час, ответить «нет» на приглашение вместе поиграть, открывать дверь своей квартиры. И правильный ответ. Незнакомому человеку нельзя открывать дверь своей квартиры. А теперь давайте проверим, кто тут самый догадливый. От незнакомого человека можно принять в подарок конфетку, мягкую игрушку, самокат,
от незнакомцев нельзя принимать никаких подарков. И правильный ответ – от незнакомцев нельзя принимать никаких подарков.